У меня были проблемы, я зашел чересчур далеко. Нижнее днище Нижнего Ада мне казалось не так глубоко. Я позвонил своей маме, и мама была права. Она сказала: немедля звони человеку из Кемерово. Он скуп на слова, как Де Ниро, с ним спорит только больной. Его не проведешь на мигине, он знает ходы под землей. Небо рухнет на землю, перестанет расти трава. Он придет и молча поправит все, человек из Кемерово. А ведь попал на мобильную связь. Но не достроил того, что он строил, нажрался и упал лицом в грязь. История человечества была бы не так крива, если бы они догадались связаться с человеком из Кемерово. Мне звонили из Киева, звонили из Катманду, вот так. Звонили с открытия пленума, Женя, я сказал им, что я не приду. Нужно будет выпить на ночь 2 литра воды, чтоб с утра была цела голова. Ведь сегодня я собираюсь пить с человеком из Ольденбурга.